Приветствую, друзья! Вы на канале Братья Эврики, и сегодня мы будем делать Люксембург великой державой. Это чисто акула такая вырынает и хап тебя за жопу. Первое различие, которое у нас есть, это я попробовал присоединиться к таможенному союзу с Пруссией. 38-й год, мы только стали независимыми. И вот Пруссия вроде бы готова воевать с нами за против Бельгии, за Люксембург. К тому же мы даже не протекторат Германии. Это независимая страна со своей политикой в таможенном союзе. Главное нам не стать протекторатом. Так, ну походу это будет победоносная война. Тут одна Бельгия, 50 чем-то дивизий на 100 с чем-то прусских. И целых 6 наших, а 4. Король Леопольд, фон Саксен, Кобург. Один немец захватит другого. Да и у нас, наверное, какой-нибудь немчик. Вильгельм фон Йонс. Да, Бельгия готова согласиться на конец войны, который мы и хотели. И теперь вы посмотрите на этот Люксембург. А, тут есть у Волонии общая граница с нашим Люксембургом. Изи! Это даже не проблема, выходит. Ебади. Ну, тут, конечно, будут стоять 300 спартанцев в следующей битве против Пруссии. Главное то, что между Льежем и Мастерхиртом, то есть территории Нидерландов, есть границы. Это значит, мы сможем захватить Нидерланды. 3 года у нас есть обязательства перед Пруссией, и нам никак нельзя стать ее доминионом. Вот такие вот дела. Теперь будем потихоньку расстраивать Волонию, чтобы тут отсюда не бежали люди, и тут стало жить лучше. Ой! Извините, а что произошло в Патагонии? Королевство Испания, Патагония. Как королевство Пруссия начинает войну за германское лидерство, да? Против Австрии. Селяне хотят принять расовую сегрегацию, что? Товарищи селяне, вы чего хотите-то? Пруссия победила, и Пруссия замарионетила Баден. Я не понимаю, зачем, но сейчас Пруссия просто хочет унизить Австрию. Фак, я понял. Охренеть, вот оно значит, что произойдет. Даже если протектората не будет, мы будем просто в таможенном союзе нас аннексируют Германии. Вот оно чё, Михалыч. Ладно, сейчас. Я вернулся еще на несколько лет назад, в 45-й год, то есть где-то на 45-й год. Эх, 45-й год. Мы дошли до Берлина, а нет, вот он. А в 45-й год, и тут получается, мы можем убедить Пруссию, чтобы она просто за отмену рабства в Ост-Индии встала на нашу сторону и помогла нам завоевать половину Нидерландов, и тогда, конечно, мы сможем успешно от нее убежать. Да, и в итоге война начинается, на сторону Нидерландов никто не присоединился вообще. Слушайте, это похоже на какую-то акулу, смотрите, это чисто акула такая вырынает и хап тебя за жопу. Просто взяли и сделали какой-то ужас с Нидерландами. Ну теперь это 9,6 миллионов ВВП, ну да, конечно, после того, как захватили 2 региона Голландии, это теперь мы стали сразу крупной державой, и вот получается, как только Пруссия начинает войну, нам нужно или выходить из того же нового союза, если мы успеем, а это мы сможем делать только через 2 года, или нам нужно становиться протекторатом Британии, все что угодно, но не оставаться вместе с Пруссией, потому что она нас сожрет. Блять, она тебя сожрет! Британия нам предложила оборонительный пакт. Охренеть и не встать. Британия покровительство и приязненные отношения. Ну то есть у нас точно есть человек, которому мы можем пойти, если тут Пруссия начнет. В любой момент можем стать протекторатом Британии, поэтому проблем нет. Но, конечно, мне хотелось бы просто выйти из таможенного союза. И тут к тому же вроде бы Австрия пока выигрывает, это нас полностью устраивает, поэтому пока подождем. Отменить таможенный союз есть. Мы можем присоединиться к таможенному союзу британскому сразу же просто. ВВП у нас особо и не пострадал, честно говоря, все. Даже чуть поднялся, все в порядке. И это нам выгодно, потому что Британия нас никак, просто никак сожрать не может нас Британия. Так, ну в итоге тут сейчас Австрия накажет Пруссию. Опа! Нони! Австрия накажет Пруссию, мы от Пруссии уже получили все, что хотели, и теперь мы уже можем наказывать Пруссию такими темпами. Итак, товарищи, этот день настал, мы самостоятельно можем доесть Фрисландию, Гронинген. К тому же мы заключили тактический союз
Есть еще один соперник Голландии, который ее не любит, вот соперничество. У них с Голландией это Дания, и мы с ними в союзе. И они нам тоже, скорее всего, помогут завоевать Фрисландию. Вот видите, следующие союзники с началом игры будут с нами. И мы наделали немножко, конечно, профессиональных дивизий. Ну и понятно, что вы посмотрите, у нас 25 миллионов. Мы первая в мире страна по ВВП. Мы обгоняем даже Андору. При том, что у нас 4 миллиона человек живет. У нас 17,7 уровень жизни. Это тоже первый в мире. И мы просто, ну мы лучшие. Но при этом радикалов у нас до хрена, конечно, от завоеваний. Да, еще вот есть вот такое вот прекрасное княжество Ройс Грейтс. Германской империи. Я не знаю, как оно не объединилось, оно ни во что не входит, никаких демократических актов у него нет, и Германская империя его жрать не хочет. Так, Франция готова встать на нашу сторону за предложение смены режима в Нидерландах? Давайте предложим, я просто не понимаю, в чем подвох. Мы-то собираемся захватить Фрисландию. Эта Голландия не закончит существовать, потому что вот еще есть королевство Нидерландов, Гаяне будет, ха-ха-ха-ха. Да, в итоге 200 дивизий своих сюда французы послали. Надеюсь, голландцы как-то выдержат такое опустошение. Ну что же, получается, сейчас мы на халяву захватим последнюю часть Нидерландов в Европе, еще и получим огромную, мощную Голландскую Ост-Индию как нашу колонию. Охренеть, вы посмотрите. От Норвегии до Японии почти. Вот это Россия ни хрена сама не развивается. Но свой рынок-то какой огромный. В итоге Голландия проиграла, и Голландия сократилась аж вот. Но ему сожрали Фрисландию, выходит. То есть, давайте посмотрим, это мы можем создать Бенилю... Королевство Пруссии. Это... Да, мы можем сформировать Бенилюкс. Давайте, бам! И теперь мы называемся... Великое герцогство Бенилюкс. Мы до сих пор в британском рынке, и мы стали великой державой. Империя Бенилюкс. 5 миллионов человек. Образованность 54%. Серьезная. Союзы входят в National Party. Охренеть. Это у нас фашисты тут профсоюзы или что? Это Голландская Ост-Индия, которая на самом деле наша, которую мы сейчас аннексируем. И у нас будет 10 миллионов... У нас будет 10 миллионов суматорцев. Тут столько ресурсов для эксплуатации. А, колониализм. Неправда. Планик, а что такое Республика Ява? Блин, мы развалили Ост-Индию, охренеть. Охрена. Мы взяли и развалили Ост-Индию. Ладно, сейчас все остальное отвоюем, все нормально. Теперь 14 миллионов населения. И сейчас уровень жизни резко начнет падать. Огромное количество яванцев. Наверное, если открыть население, то теперь... Да, вот так вот оно будет выглядеть. Ха-ха-ха-ха. Получили огромный потенциал, хоть какой-то европейской силы. 55 миллионов ВВП сейчас у нас, и мы резко шестые в мире после аннексии одной Явы, не всей Ост-Индской империи. И мы обогнали США, мы входим просто в шестерку. А если не считать цины в Восточную Индию, то в четверку. Хрен повоевать с Германией сейчас, потому что Германия с Францией в союзе. Но мы, возможно, создадим свое агентство оперативников, нашаманим тут что-то во Франции, но все это будет уже в следующей серии. А если вам понравилось это, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и встретимся с вами уже в следующей серии, где будем формировать Европейский Союз, ну и, конечно, мощнейшим образом захватывать Азию.